안녕하세요. 우리 주변의 클래식 줄여서 우주클. 오늘은 비사리온 셰발린이라는 작곡가의 말 관량이 길들이기를 들어보겠습니다. 비사리온 셰발린은 생소한 작곡가이죠. 러시아 작곡가로 다섯 개의 교향곡과 바이올린 협주곡, 그다음 아홉 개의 현악 사중주, 그리고 두 개의 오페라 등을 작곡한 러시아의 작곡가예요. 말 관량이 길들이기는 셰익스피어의 희곡 중에 하나죠. The Taming of the Shrew인데요. 작품 번호는 46번이고요. 이 오페라는 1946년부터 1956년까지 비사리온 셰발린이 작곡을 해서 1957년에 초연을 올린 내막의 오페라입니다. 말괄량이 길들이기라는 셰익스피어 희극을 그대로 따라가고 있는 작품이고요. 오늘은 그 중에서 카타리나와 페트루치오의 듀엣을 들어볼게요. начнем мы нашу встречу. Я подниму ее на смех, я буду ей во всем перечить, сломить правдивицу не грех. Когда она мне грубость скажет, отвечу, с вашей песни нет. А если в просьбе мне откажет, скажу спасибо ей в ответ. Пусть засмеется, я заплачу, заплачет, засмею сильней. Тогда достигну я удачи и станет женой моей. Так зоветесь вы. Ошиблись. Меня зовут Катарина. Что ты, Кэт, котенок, резвый маленький бесенок, словом слаще всех конфет, милый котик. Крошка Кэт, ты скромна, кратка, любезна, вижу, правду мне сказали. Я желанием страстным движим вся волчоны. Любопытно, вижу, двигайтесь одна. Не пришли ко мне мужчину, вы ведь движимы. Какая? Мебель кресла из камня. Если кресло, я садись. Для отцов привычна тяжесть. И для женщин молодых. Тяжелы осколки ваши. В нашу свадебную ночь ты мою оценишь тяжесть. Раньше пусть тебя повесят. Сам повешусь я охотно у тебя на шее, Кэт. Вы собакам надевайте в мой ошейник, я не пес. Нет, ты кошечка моя. Кошечки есть когти. Когти можно отломать. Если кошка, то в руки простофили мужиков. Не мужик я, дворянин. Я сейчас проверю. Кошка, пятый черт, подви. Если вы меня попьете, потеряете, хотят вас варятом ведь герб. Ты геральдик запиши, как я Петру, чё себе? Что за герб, не в нашей гребе? Ты наседка, я петух. Не петух ты, а цыпленок. Ты мне вытянешь петля. Что же ты глядишь так кисло? Вижу уксус пред тобой. Уксус.
наши люди лгут презренно, говоря, что ты сварлива, нестроптива и крута. И приветлива, любезна, и воспитана прекрасно, словом чудо красоты. Однако надоело мне болтать, отец согласен дал на нашу свадьбу. Боже! И по душе власть не я на тебе женюсь, я укращу твой дерзкий нрав.